Всем привет! Вы снова на канале Интернет и деньги. Вчера я зашел сразу в два фаста, и в этом ролике хочу вам показать выплату из одного из них. В другом еще депозит не начислился, где-то будет где-то через час, но в этом выплату свободно можно показать. Я решил показать именно из этого фаста выплату, потому что он особенно интересный. Я люблю фасты с таким маркетингом. У меня уже на канале такие фасты были. Вот, а это именно плюс 100% за 10 дней. Каждый день по 20% начисляется. Соответственно, можно раз в день этот процент выводить. Ну что ж, давайте перейду на сам фаст, покажу, о каком именно я говорю. Говорю я о фасте ICO Strategy. Вот, 20% ежедневно в течение 10 дней. Очень хороший маркетинг, ребят. Вот. Так что давайте попробуем вывести отсюда денежку и посмотрим, платит ли этот фаст. Я думаю, что платит, потому что я смотрел скрины по других участников, здесь все как бы хорошо. Переходим в мой Payeer кошелек, посмотрим, у меня 785 рублей. Давайте я обновлю страничку, вот как видите, все так и есть. Теперь зайдем в кабинет фаста. Вот у меня на балансе 60 рублей. Это первое мое начисление. Я вчера сюда закинул 300 рублей. И давайте перейдем вот сюда на вкладочку выплаты. Кстати, перед этим, как делать выплаты, вам надо будет зайти в настройки и сохранить свои платежные реквизиты. Это надо для того, чтобы денежки было куда уходить. Ну что ж, вот тут выбираем систему. Я, конечно же, выбираю Payeer. Вот тут сразу, в принципе, есть суммы, на какой кошелек можно вывести. Вот у меня на Payeer 60 рублей. Выбираю Payeer, здесь ввожу 60 рублей и нажимаю на кнопочку вывести. Так, сейчас вот страничка обновилась. 60 рублей, вот 17 число. Написано статус успешно. Ну что ж, переходим в Payeer, обновляем страничку. Вот 844 рубля. Давайте перейдем в историю. Плюс 59,43. Payeer, как всегда, скушал небольшую комиссию. Смотрим откуда. От ICO Strategy. Как видим, этот фаст успешно выплачивает свои средства. Смотрите, что я сейчас делаю дальше. Сделаю скриншот вот этой выплаты из проекта ICO Strategy. Так, немножко, ну, пускай, в принципе, не важно. Так, сохраняю скриншот. Давайте на рабочий стол. Так, скриншот, в принципе, сохранен. Значит, смотрите, для чего я это делаю. Делаю это для того, что вот есть ВКонтакте группа по этому проекту ICO Strategy. И тут есть вот отзывы и выплаты ICO Strategy. Я перехожу сюда, перехожу на последнюю страницу выплат. Тут, кстати, можно посмотреть последние выплаты. Вот как раз сегодня в 14.22 Павел Хромов вывел 594 рубля. Вот. Ну и я тоже сюда закину свой скриншот. Для чего я это делаю? Я это делаю для того, чтобы развивать проект. Каким образом он развивается? Он развивается таким образом, что если кто-то заходит в группу, находит вот этот проект, заходит в группу, он смотрит отзывы, что проект все еще платит, и человек может зайти в проект, сделать депозит, тем самым увеличив сумму в проекте, и проект может за счет этого прожить немножко дольше. Вот. Это все-таки, ребят, надо делать, не ленитесь, просто сделайте. Вот, вы тем самым помогаете проекту развиваться. Вот, как видите, я закинул свой скриншот, последняя выплата. Вот, человек зайдет, посмотрит, если ему понравится, он может зайти в проект и продолжить его работу. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Как вы увидели, проект успешно свои средства выплачивает. Вот, так что ссылочку на него я оставляю в описании. А вы были на канале Интернет и деньги. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.